Приветствую вас на канале Сокровища Черногории. И сегодня мы с вами прогуляемся по городу Котор. Полдень, 12 часов дня. Котор, старый город, звонит часовая башня. Конец декабря, а в открытом грунте здесь цветут цветочки. Которский рынок. Внутри морепродукты, здесь больше раскладка. Мед, масло, вино, такие фрукты. Сыры, пршут продают. Морские ворота, центральные ворота города Котор. Главный вход в старый город Котор, тоже украшены. Вот часовая башня и елочкой перед ней аккуратненько скрыли столб позора. И куда же деться от сушащихся вещей в окнах. Непривычный вид перед кафедральным собором. Площадь пустая, людей практически нет. Площадь перед морским музеем города Котор. Сам музей немножко украшен, но людей опять-таки практически нет. Перенесли консульство Хорватии в Черногории вот сюда от входа. Раньше он был в башне гвардии охраны входа. Сейчас здесь. Симпатичный дворик возле кафе украшенный.
Pozdravlja, lako ćeš naći. Nego namestili su radnicima. Isto kao je radna dozvola. Речные ворота города Котор и самая, наверное, короткая река Черногории, река Шкудра, длиной 2 километра. Отсюда из ущелья она вытекает и впадает в Которский залив. Церковь Святой Осанны на реке закрыта. Поднимаемся на стены старого Котора. В этом году облагородили стену. Раньше здесь был просто грунт, неровная поверхность, а теперь выложили плиточкой, посадили оливковые деревья и поставили лавочки. Очень хорошо сделали. Инсталляция на стене. Церковь Святого Николая, самая большая православная церковь города Котор, с тыла. Театр Наполеона и набережная Рива перед старым Котором. Кафе работает, люди сидят. Вот мы опять спустились центральным воротам. И сейчас пройдем, посмотрим, работает ли музей кошек на площади кино. Написано, что музей закрыт и будет открыт 1 мая 2021 года. Вот, считается самым старым деревом города Котор. Черный тополь, о чем здесь и есть большая табличка. Старый кинотеатр города Котор, церковь Святого Михаила, 9 века. И Бакельская морнарница, это содружество моряков города Котор. В
Церковь Святой Клары. Наверное, самая зеленая улица города Котор. Главный сувенирный магазин Котора открыт. Ну и достопримечательность города – коты в виде большого мохнатого рыже-белого кота тоже есть. Площадь Святого Николая, она же площадь Святого Луки по двум церквям. И слышно, что вот это музыкальная школа города Котор. Главная водокачка города Котор. И вот, наконец, южные ворота или ворота Гурдича.
Ну и знаменитый подъем на стены цитадели Святого Иоанна. Или, как говорят, еще на Котырскую крепость. На этом наша прогулка подошла к концу. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк, будьте здоровы, путешествуйте с нами и до встречи в следующих видео на канале. Всего доброго!